Словно баловня судьбы, а как у меня две пятки. Я стал чудный вечер, который все так ждали. Сегодня с вами мы будем зажигать. И в этом прекрасном, уютном, полном зале одну лишь фразу хотим мы вам сказать. Здравствуйте, здравствуйте, бэкстейдж. Это звонила я. И еще звонить буду. Звонить буду. Кто зашел и закрылся навсегда? До лица. До лица. Ой. Спасибо, до свидания. А 50 долларов? Бог подаст. И выглядят. Очень хорошо, что поют. А, давай четвертый трек. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Грудник, грудник. Ой, тебя много сильнее, позвольте. Сейчас мы с вами познакомимся с родителями моей Марси. Это, очевидно, мама Марси, Кис. А это папа Марси, Кис. Папа! Это был мой новый парень! Да? А я думал, за отопление пришли собирать. Так, все нормально? Все в порядке, я ненадолго был в офлайн, но теперь все хорошо. Посмотрим апартаменты Марси. Идем за мной, за мной, за мной, все за мной. Яна, хоть сюда. А? С кем это он базарит? Со своими фолловерами. Это типа тараканов в голове? Нет, папа, у него блогер. Что? Мать, ты слышала? Блогер у него! Нахрена ты его пустила сюда? Теперь все чухварятся будем. Ё-моё, я уже начинаю чухвариться. Ой. Яночка, ты у меня такая красивая девочка, ну неужели ты не могла найти себе парня без блох? Так, стоп! Давайте попробуем все сначала начать, да? На самом деле, нам бы поработать и делать наше шоу более танцевально, но вот каких-то выходов. Пойдем поработаем. Вот там. Я хотела посетить Тенерифе, ну хотя но правительство подняло тарифы, продолжаем отдыхать и дышать.
гидропарке. Куда? Все, вот это и все? Да, я таки настоящий мужик. Ладно, давай, кто из наших может? О, из наших, вот, пожалуйста. Значит, всем позвонил, все свободны. Ну, в смысле, сначала позвонил, потом все свободны. Я не понял. И сразу слово из трех букв? То я, наверное, ручку расписывал. Секунду. А, нет, все правильно. Тик. Недорого, качественно или державную мову. Что поют? Давай и седьмой трек. Чье це пирожене? Сирожене. Чье це пирожене? Сирожене. Сирожене пирожене. Сирожене пирожене. Петренко, у меня в зале 4000 сотрудников МВД. В первых рядах генералитет. Все прекрасно знают, что в стране пирожено и конфетки с шоколадками. Хочется обниматься. Хочется целовать. Что с тобой, Женя? Ой, ребята, походу он в гримерке мои таблетки съел. И моим коньяком запил, да? Какие коньяки, какие таблетки, посмотрите, к нам пришли люди, полный зал! Спасибо! 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 Друзья, у нас рекорд, 39 концертов, мы сделали 27 городов. Всего лишь 2 концерта. Нет, так не рассказывай, наверное. Спасибо! Со мной, а, черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой. До свидания, Востолстана. О, ваша дочь такая красавица? Конечно, вся в меня. К тому же хорошо поет. Тоже в меня. Поэтому я решил, буду ее пиарить. Глядите на него! Решил он! А тут таких, как ты, желающих попиарить, целая очередь стоит. Конечно, девка в самом соку, да еще и вся в отца. А ей муж нужен настоящий. Мужик, ты понял меня, блохастый? Александр! Да! Давайте с нами, Евариш! Окей! Твое любимое, хорошее, прекрасное, смешное! Дизель-шоу! Спасибо, Егор! Наше! Дизель-шоу! 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 Мы выдержим. 39-й. Пойдемте. Может, не все? Доживут до этого момента. Но мы выдержим. Я хотела это сделать. Ты меня опередил. Я хочу пригласить на эту сцену представителя Национального реестра рекордов Украины по аплодисменту. Национальный реестр рекордов Украины сегодня оголошує новую номинацию, а саме найбільша кількість концертів гумористичного колективу впродовж одного концертного туру. Дизель-шоу дав сьогодні. Зараз скажу. 39 концертів в 27 містах. Продовж 43 днів. Ми засвідчуємо, що це є безпрецедентно для України. Це унікально для України. І сьогодні в категорії мистецтва реєструється новий рекорд. Дизель-шоу.